произошел взрыв. И когда он произошел, меня вкинуло в стену, ну, в другую. Вот, разбило мне лицо и упало все на мою дочь маленькую. Ей удалось спастись, наверное, чудом, потому что у стены были сложены одеяла, которые я сложила утром, и ее накрыло одеялами, а сверху уже камнями. Она говорит: «А ты что, не знаешь, что началась война?» Я говорю: «Нет, а ты что, выстрелы не слышала ночью?» Я говорю: «Нет, ничего не слышала, как бы крепко спала». Она говорит: «Пойди купи в магазин, купи хоть какую-то еду, которую можно есть, сухомятку, и купи воды много». Мы ели просто то, что у нас было, те печеньки, какие-то яблочки, конфетки, и дети могли есть только вот это. К нам зашел еще в комнату мальчик чужой и говорит: «Можно я с вами поживу?» Я говорю: «Ну давай, посиди с нами», говорю, «Назарчик». И на момент взрыва мы были вот трое детей и я одна. И когда взорвалась ракета, упала стена. Меня унесло в другую стену, разбило лицо, повредило спину. Но я на тот момент не ощущаешь этого. Единственные мысли, что дети, дети, их надо достать, их надо найти. И два мальчика закричали. Сын мой закричал, и Назарчик тоже закричал. Им страшно, они кричат: «Я хочу жить, помогите кто-нибудь». Это было настолько, когда ты думаешь, что его уже нет в живых, просто уже, ну, что он не дышит, что... Да, ты думаешь, что вот пускай уже без рук, без ног, но только пусть будет живой, пусть будет с тобой рядом. Это, наверное, самое... И когда она через несколько буквально минут она закричала: «Мамочка», я поняла, что она жива, и просто ее начала доставать оттуда. Я щупаю только камни. И когда она закричала, я примерно поняла на слух, где она. И начала ее раскапывать и вытащила ее. И она белая, а лицо вот так вот чистое, потому что она упала лицом вниз, ее привалило одеялами и сверху камнями. И личико одно осталось вот так целое. Все остальное белое, мальчики все белые. Но с мальчиками, слава богу, все в порядке, не повреждены были. Это был ближе к обеду, люди готовили как раз еду, а первая прилетела именно в кухню и в сцену.
То есть люди, те, которые были в коридорах, они переместились на сцену, потому что там теплее, просто вот теплее, и они переместились туда, поэтому там очень много погибших. Когда ракета попала туда, ну я сразу, ну, вы понимаете, какие чувства были, сразу мысли, живы, не живы. Ну и решил для себя, что поеду, ну, их искать на свой страх и риск. Спускались, мы проходили мимо сцены, мы вот так вот могли переступать людей. Мы не знали, он раненый или уже человека нету в живых. У меня вообще характер сильный. Ну, когда не знал, ну, ни списков не нашел, как бы ничего. Живы, не живы, ну, слезы были. Мы понимали, что нужно просто бежать. Вот куда угодно бежать. Может быть, по пути мы найдем какое-то там здание, в котором можно будет спрятаться. Просто бежать подальше от этого. Ну, мы не пешком, мы бежали, потому что были обстрелы, горели здания, мы видели прилеты в какие-то вот здания, и они тут же начинали взрываться, дым шел, и мы бежали, эту на плечи посадила, а мальчика за руку, и бежали. По пути нам встретились двое мужчин, они говорят: «Вы откуда?» Я говорю: «С драмтеатра». «А что с ним?» Я говорю: «Так его уже нету», говорю. Вышла на связь знакомая, которая с ней была. Сказала, что они живы, что они в школе, в убежище. Ну, тогда намного легче стало. Я ехал туда, в убежище, нашел волонтеров. Люди тоже с Мариуполя. Я ей говорю: давай собирайся быстрее, нас ждут волонтеры. Она стоит, плачет, ну, не понимает, что происходит, как я тут оказался. Будет день рождения пивоварства Украины. За то, что военные спасли Украину, да. Они тоже должны прийти. Праздновать с нами, да. Конечно. Все придут. Даже, ну, сначала военные будут отдыхать, а потом уже. А стоите будут все устраивать, запалки, все такое. А ты кем мечтаешь стать? Кондитером.